первый гол в матче был очень быстрый, и потом, ну, достаточно долго была голевая засуха, несмотря на то, что «Алмаз», ну, владел инициативой. Не получилось ли так, что первая шайба, она, скажем так, в команду некоторую осторожность вселила? Да, я думаю, нет. Вышли достаточно уверенно, но потом смогли забить первыми, и потом что-то пошло не так уже. Начали играть расслабленно и не могли поймать свою игру. Все передачи были неточными. И, ну, не знаю просто. Хорошее преимущество, и в очередной раз получается, что «Алмаз» дает сопернику, ну, приблизиться к себе. В этот раз не удалось сопернику сравнять. В чем причина? Это вот расслабленность, опять же? Ну, я думаю, это расслабленность. Не готовка к такому счету. Мы 4-0 вели, могли спокойно просто катать шайбу. Уже спокойная победа. Но мы, как обычно, устроили проблемы себе же. И не смогли закончить уверенную игру так, как начали. Несмотря на то, что, ну, кроме концовки, которая действительно выдалась нервной из-за счета, в целом матч не был ни грубым, ни жестким, но у соперника в основном большое количество удалений. Это такое преимущество в темпе и в скорости у «Алмаза»? Да, я думаю, нет. На самом деле матч, не знаю, как сказалось трибуны, на самом деле был немножко грубоват с их стороны. Но ничего, завтра посмотрим, как будет. Я думаю, будет все по-другому. Спасибо.